Доброе утро. 10 часов в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. Такой у нас сегодня туман. Очень сильный. Даже горы не полностью видны. Дождь, дождь, дождь. Все утро дождь. Я на улице Малышева, долину реки Аше. Пытаюсь снять, если что-нибудь будет видно. Не очень тепло, плюс 9 градусов всего температура воздуха. Хотя опять 2 дня назад было плюс 20. Ну, март всегда такой. Хорошего дня и отличного настроения.